Тема занятия. Биологическое оружие. Учебные вопросы. Биологическое оружие и его поражающие действия. Средства и способы применения биологических средств. Защита от биологических средств. Биологическое оружие – это специальные боеприпасы и боевые приборы со средствами доставки, снаряженные биологическими средствами. Биологические средства – это специально отобранные для боевого применения биологические агенты, штаммы, способные в случае проникновения в организм людей, животных, растений вызывать тяжелые заболевания. Для поражения людей могут быть использованы возбудители бактериальных заболеваний, такие как чума, тулеремия, бруцеллез, возбудители вирусных заболеваний, это натуральная оспа, желтая лихорадка, возбудители рекцеозов, сыпной тиф, пятнистой лихорадки скалистых гор и возбудители грибковых заболеваний. Для поражения животных могут быть использованы возбудители ящера, чумы крупного рогатого скота, чумы свиней, сибирской язвы, сапа, птичьего гриппа. Для уничтожения растений могут быть использованы возбудители ржавчины хлебных злаков, фитофтороза картофеля и других грибковых болезней. Общими признаками многих инфекционных болезней являются высокая температура тела и значительная слабость, а также их быстрое распространение, что приводит к возникновению очагов массовых заболеваний и эпидемий. Особо следует подчеркнуть сильное психологическое воздействие, оказываемое на человека биологическим оружием. Наличие реальной угрозы внезапного применения оружия, как и появление среди гражданского населения крупных вспышек и эпидемий опасных инфекционных заболеваний, способно вызвать страх у населения. Для доставки биологических средств могут использоваться авиационные бомбы, ракеты, снаряды, генераторы аэрозолей, контейнеры и другие устройства. Кроме того, биологические средства могут быть применены диверсионным способом путем заражения воздуха, воды, продуктов с помощью диверсионного снаряжения. Для повышения невосприимчивости населения и животных к заразным болезням осуществляется вакцинация, а при необходимости и профилактическое лечение. К средствам защиты от биологических средств относятся бактерийные препараты, антибиотики и химиопрепараты, индивидуальные и коллективные средства защиты, специальные и подручные средства защиты, защитные сетки и мази от укуса насекомых.